Сколько будет 4 разделить на 2? А что делить, Марья Ивановна? Ну, допустим, 4 яблока. А между кем? Ну, пусть между тобой и Сидоровым. Три яблока мне и одно Сидорову. А что мне так мало? Потому что в том прошлом году мне должен был одно яблоко. А, вспомнил. А сливу он тебе не должен? Нет, а сливу он не должен. Ну вот, сколько будет 4 сливы разделить на вас двоих? 4 и все Сидорову. Почему 4? Потому что я сливу не люблю. Опять неправильно. Отвечай на вопрос, а не то, что ты любишь. Окончание шутки. Ну хорошо, математику ты мне не ответил, а историю знаешь? Да, конечно, знаю. Кто взял Бастилию? Я не прав. Петров, кто взял Бастилию? Че вы на меня смотрите? И он не брал, и я не брал. Пойду директору пожалуюсь, что вы ничего не знаете, историю не знаете, математику не знаете, балбесы! Здравствуйте. Я хотела бы пожаловаться на своих учеников. Они ничего не учат. Они даже не знают, кто взял Бастилию. Да вы не волнуйтесь. Поиграем я на ну. А какой это класс? 3-й Ч. Странно, Василия это же крепость, как с ним можно поиграть и отдать? Походу, директор тоже не знает историю. Вот чудаки мужики. Ай, Василя, ай, Василя. Ой, сейчас. Похлопали, молодец, иди сюда, красавица моя. Привет. Что-то ты несешь? Несуразные вещи. Несуразные? Почему они несуразные? В смысле несуразные? Разные вещи. Вот, не сумел. Что не сумел? Отстань. Ну ты же сам говоришь. Не сумел. Что не сумел-то? Нет, не сумел. Мишке, мужа надо будет. Ну, если мужа надо будет, то зачем ты несешь? Какая жена это у Мишки-то жена? А ты шутник. Я сказала, мужу надо будет понадобиться, значит. Вот это что! И у меня новости для Мишки. Нашлась Тамарка, которую он давно ищет. Тамарка? Ага. Чего? Симпатичная? Красивая, зеленая такая. То есть, да. Зеленого цвета. Постой. Это что же? У кого волосы? Тамарка. Кто?
нарисована арка. Тише, да? Опять там арка, арка. Арка там нарисована. Арка. Ладно, все, мне некогда. Стой. Ну что еще? Кому? Известно же. Молодцы. Закончилась, наверное, наш рассказ.